ที่ไอซ์Демонтаж магнитолы Cherifora Vortex Estina. Для начала необходимо снять декоративную накладку панели. Отщелкивается она с правого края. Держится на клипсах. И дальше в левую сторону отщелкиваем ее до конца. Сторону. После этого откручиваем два шурупа под крестовую отвертку. И при помощи пластиковой лопатки отщелкиваем центральную консоль. Основное ее крепление это посередине на двух металлических клипсах. После этого отсоединяем все разъемы. Далее необходимо открутить 4 винта по периметру крепления рамки штатной магнитолы. После этого вынимаем штатную магнитолу и отсоединяем все штатные разъемы. Демонтаж магнитолы завершен. Далее, после того, как сняли штатную рамку, необходимо переставить с нее дефлекторы воздуховода на новую, а также кнопки и заглушки. Кнопки выдавливаются фиксаторами с двух сторон и учеркиваются внутрь.
Далее, после того, как переставили все со штатной рамки на новую, приступаем к монтажу магнитолы в эту рамку. С лицевой стороны вставляем магнитолу в панель, переворачиваем, подложив заранее что-то мягкое, и прикручиваем магнитолу к рамке по периметру на 4 самореза. Далее необходимо подключить все разъемы, такие как основная фишка питания, GPS-антенна, тюльпан для дальнейшего подключения камер заднего вида. Были выведены два USB-бардачок. После этого можно приступать к монтажу магнитолы. Соединяем все штатные разъемы кнопок по своим местам. Далее основную питающую фишку. И два USB. После того, как мы все это сделали, устанавливаем магнитолу на штатное место. Необходимо уложить всю проводку, чтобы ничего не мешало в новой рамке. После этого прикручиваем два самореза сверху. И устанавливаем декоративную накладку панели. Начиная с левого края. И защелкиваем по периметру. Монтаж магнитолы завершен.